Он посетил десятки экзотических стран. Его фотоработы неоднократно становились лидерами на престижных конкурсах. А недавно он вернулся из Арктики и сейчас готовит альбом. У нас в гостях фотограф-путешественник Евгений Борисов. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, расскажите, как давно фотография в вашей жизни? Как все случилось? Откуда такая любовь? Ну, как у всех во всем, любовь с детства. Папа привил, темная комната, проявка. Угу. Поэтому не было возможности заниматься фотографией, потому что не было времени, не было средств. Все-таки какому-то времени это появилось, и это хобби, прежде всего, которое хотелось воплотить в жизнь, оно воплотилось в 2013 году, когда я первый раз поехал в Боливию уже с профессиональными фотографами, поучиться у них, посмотреть, ну и за одним посмотреть эту великолепную страну. Но это был какой-то случай, который, в общем-то, и подтолкнул к развитию этого дела? Или уже тогда это осознанный шаг? Нет, это осознанный шаг, потому что я уже к этому времени прошел определенное обучение с точки зрения фотографии. Я посмотрел, кто один из лучших в мире фотографов пейзажных, связался с этими ребятами, то есть, в общем-то, с ними и поехал. Ну и что, тогда не было какого-то разочарования или наоборот было «Вау, все точно, это мое»? Ну, коллеги мои удивились, потому что я приехал неподготовленный с точки зрения своей формы, то есть я был в трико, в пуховике, там, а как раз Боливия суровая, это горная, мы путешествовали по горной местности, я, конечно, был абсолютно не подготовлен с точки зрения прохождения этих маршрутов. Так. Вот. С точки зрения техники тоже не совсем подготовлен, потому что у меня был там очень маленький штатив, которого сдувало ветром, и я не совсем был готов к таким съемкам. Но буквально после там одной-двух поездок я привел себя в порядок, в соответствии, и мог уже соответствовать. Уже сделал работу над ошибками, да, и с тех пор началась новая жизнь? И с тех пор это несколько поездок в году в разные страны. Вот, я начинал свой путь с пейзажной фотографией и занимался ей почти там 7 лет. Разные страны, давайте, вот какие особо запомнились? Чем-то удивили? Я, наверное, так не скажу, потому что каждая страна имеет свою особенность. И я скажу лишь одно, что у меня есть определенная стратегия. Я хотел объехать сначала крайние точки мира, потому что есть силы, есть возможности. А акцент сделать уже там, на России, у себя дома, уже чуть попозже. Вот, потому что, ну, опять же, скажу, что есть силы, есть возможности, и пока лучше надо тогда в дальние путешествия куда-то отправляться. Вот. Но вот пандемия внесла свои корректировки, и пришлось вот, последние там, полтора года активно путешествовать и по России в том числе. Поэтому объехал, ну, из крайних точек скажу, там очень понравились, конечно, Исландия, Гренландия, Новая Зеландия, Патагония, это Аргентина, Чили. Поэтому, ну, Африка — это отдельная тема, отдельный живой мир природы, то есть и животных. Поэтому много стран, перечислять их, ну, нет никакого смысла. Ну, вот наверняка тот, кто сейчас слушает наш с вами разговор, скажет, из-за чей же счет, извините, весь этот банкет? Ведь дорогое удовольствие наверняка. Ну, для этого и была возможность 20 с лишним лет работать, вот, чтобы, да, сейчас реально это тот тратить. День пришел. Поэтому это приключение, это отдых, это, ну, я его сопровождаю фотографией. Вот. У меня еще есть увлечение спорт. Я даже сначала фотографию пришел через спорт, потому что появилось желание попутешествовать и поиграть в теннис по ветеранам. И мой первый выезд, он был, в общем-то, в Италию на соревнования. Я посмотрел красоты и думаю, вот, я буду ездить на соревнования по теннису, брать с собой фотоаппарат и буду совмещать и то, и другое. Ну, после второй же поездки я понял, что это невозможно. Когда ты встаешь рано утром, тебе надо снимать звезды ночью, потом вечерний закат, то есть у тебя уже нет возможности готовить себя к хорошим стартам в теннисе. Поэтому я разбил эти две темы, и фотография сейчас меня, конечно, чуть больше захлестнула, и я сейчас занимаюсь фотографией гораздо больше. Ну вот, к слову, вы сказали звезды, закаты, рассветы и так далее, и выше вы говорили, что вы все больше были пейзажным фотографом, да? Так что больше? Вот мы видим не только пейзажи вот сейчас на экране у нас, и животный мир периодически проскакивает. Как многие фотографы, они с чего-то начинают.
И мне почему-то показалось, и мне очень хотелось, тем более я живу на Алтае, у нас очень красивый край, я бы сказал, что ну, уникальный край. И поэтому было бы, наверное, странно не начинать с пейзажа нашего Алтая, наших там алтайских гор. Вот, тем более практически весь мир сюда приезжает, любуется, восхищается там. Вот, поэтому я начинал с пейзажа. И почему-то показалось, что это достаточно легкая съемка. Ну вот еще раз говорю, что как... Показалось? Как мне показалось, что это легко. А на самом деле? А на самом деле это достаточно трудно заниматься пейзажем. Так. Это свет, это ночь, это походы. То есть это, ну, реально, это нужно большое терпение, силы, подготовки. Жень, для того, ну чтобы... больше силы, терпения, поверните голову. Вот на этот снимок, наверное. На этот снимок. Ну, пейзажи, они никуда не денутся, там, да. Природа, погода, а вот это уникально. Это буквально, можно сказать, снимок недели назад, это моржи морей Лаптевых, где взаимодействует как раз ребеночек с мамочкой. Здесь нужно терпение, здесь нужно, конечно, во-первых, добраться до этих мест, что, в принципе, непросто. И потом ждать, потому что уже я снимаю животных, наверное, 4 года, и я понимаю уже многие повадки животных, я понимаю, как к ним подходить, можно ли, нельзя, то есть кому можно подойти, а кого лучше снимать с машины. Тоже еще один персонаж фактурный. Да, вот это очень опасные животные, с которыми шутки плохи, в частности, белые медведи. Одна из целей нашей поездки сейчас, последняя поездка была в Арктику. Одна из целей нашей поездки было это как раз поснимать белых медведей, посчитать их там на островах, потому что это не фототур, это экспедиция, а экспедиция несет определенную там цель. Вот. Плюс нам надо было посчитать еще моржей, как они, численность у них там падает, увеличивается, как они себя ведут. То есть мы эту информацию передавали в Таймырский заповедник. Понятно. Вот. Здесь нужно в большей степени терпение, но я скажу, что мне очень нравится снимать сейчас животных, во-первых, наблюдать за ними, и эмоции тебя переполняют, когда ты то, что ты хочешь, и то, что ты загадываешь себе, визуализируешь, там, придумаешь себе то, что ты хочешь снять, и потом получается, ну, это круто. Вот. А если не получается? Ну, вот еще большой плюс в том, что пейзажа много приходится времени с ним работать после постобработки, сшивать панорамы. Да, вот эта панорама, допустим, лафотенов, норвежских лафотенов, где стоял мой коллега японец, вот, который попросил его сфотографировать, я ему отправил, чем он был очень благодарен. Здесь панорама там, из 8 вертикальных кадров, которые мы снимали вечером, вот, она в любом случае требует времени для того, чтобы ее привести в порядок. С животными все проще, там нужна история. И там не требует большого времени для обработки фотографии. А много обработки вот на этом, допустим, снимке? Здесь просто надо сшить панораму чисто технически там, и, соответственно, там, сделать определенную цветокоррекцию. То есть, и все, то есть не более того. Ну, какое-то время это все равно занимает. А если у тебя материала очень много, там, ты привозишь с поездки там, 2-3 тысячи фотографий, выбрать тебе хочется там, хороших там, 15-20, то вот надо... Просто даже просмотреть это какое-то время. Расскажите, да? Поподробнее вот об этой экспедиции, которую вы чуть выше сказали. Это, то есть вы в каком-то обществе, сообществе еще состоите, то есть помогаете природе? Ну, это, как правило, есть круг там, не знаю, там, спортсменов, есть бизнесменов, клубы, есть как раз клубы там. Ну, я состою в обществе там, Союза дикой природы России. Да? Есть такой союз, вот, союз фотографов дикой природы. Люди все равно в любом случае общаются друг с другом, у них есть какие-то там планы, есть какие-то конкурсы, которые нас объединяют. Вот. Также и здесь, то есть мы знакомы были с человеком в Красноярске, кто готовил экспедицию, Михаил Вершинин, это фотограф дикой природы. Он готовил под это специальное транспортное средство, на котором мы перемещались. И он пригласил меня, сказал, что собирай команду. Я пригласил своих проверенных ребят, одного из Москвы, другого из Новосибирска, и мы 4 фотографа. И капитан пошли на транспортном средстве, которое называется «Тримаран», вот, который он сделал практически своими руками, то есть там, по заказу. Вот мы шли с Красноярска, мы перелетели в Хатангу, и с Хатанги на «Тримаране» мы перемещались уже вот на этом транспортном средстве. В общей сложности ходили 13 дней и прошли 1600 километров. Вот. Наша задача была выйти в море Лаптевых, пройти по островам,
поснимать и миграцию оленя, поснимать белого медведя, моржей, овцебыков и так далее. И вот, кстати, кроме того, что вы получаете какое-то удовольствие от подобных путешествий, еще бывают такие моменты, когда вот хочется просто плакать. До записи интервью вы немножко об этом тоже говорили. И в этой поездке тоже были какие-то неприятные моменты. Но неприятные моменты, это связано как раз с природой, да. Что нас огорчило. Мы на одном из островов, а если точно, это остров Преображения, он в открытом уже море, в океане, море Лаптевых. И мы увидели такую картину, буквально поснимав медведя, который нам попозировал. Вот, мы высадились рядышком поснимать птичек. И увидели такую картину очень грустную, где лежит мертвая мамочка с двумя малышами. Вот это нас, конечно, выбило прямо из колеи. Мы там... Мамочка мертвая или малыши тоже были все мертвые? Все мертвые. Все мертвые. То есть мы, конечно, дали себе слово, что мы разберемся в этой ситуации, почему это случилось, если здесь есть все-таки рука человека, то есть по возможности постучаться в какие-то двери для того, чтобы впредь ну, все-таки животные были в безопасности, потому что это их территория, и люди не должны... на их территории все-таки хозяйничать. Вы уже начали стучаться в эти двери? Начал. Начал. И начал через Инстаграм, и общаюсь с журналистами, а не только у вас в студии, поэтому приглашали и с других организаций. Вот. Реально у нас осталось две версии. После того, как мы осмотрели в общем-то, этих животных, тела. У нас две версии. Это версия отравления и версия голод. И в большей степени даже версия отравления, потому что мы посмотрели на мамочку, она была достаточно упитанная, то есть у нее было все хорошо, то есть не было никаких повреждений. Вот. Но так как это заброшенные на территории, заброшенные метеостанции, наши же российские, они лет 25-30 уже в таком заброшенном состоянии, и там есть какие-то бочки с горючесмазывающими какими-то материалами. То есть присутствие человека там присутствие человека было. Вот. Единственное, что не убрались. Надо бы, конечно, прибрать российскую Арктику, потому что на трех островах мы были, и на бухте Пранчищева есть такое знаменитое место, это заповедная зона. Там тоже была метеостанция, и тоже она заброшена. Вот очень хочется там достучаться до каких-то чиновников, чтобы они все-таки прибрались у нас в российской Арктике. Жень, финальный вопрос, к сожалению. Уже? Да, время в эфире подходит к концу. Какие ближайшие планы? Ну, естественно, скорректированные пресловутой пандемией. Ну, ближайшие планы какие? Если закончить тему Арктики, то мы оставили тримаран на следующий год, и ровно в это же время обязательно планируем туда вернуться. Вернуться для чего? Мы все-таки не все сняли. Мы хотели снять большую миграцию, чтобы прям реально... тысячи заснять фотографию, где тысячи оленей наших российских, они будут переходить реку там и будут идти, то есть у меня есть для этого и техника, и квадрокоптер, там мы снимали их партиями, но, к сожалению, поймать именно и находиться в том месте, где они массово переходят, не так просто. Теперь мы взаимодействуем и с заповедником, и с учеными с Красноярска. У нас чуть больше будет возможности на следующий год это осуществить. Это что касается российской Арктики. У нас есть уже оплаченные, но не реализованные, значит, путешествия. Это Южная Джорджия, это Фолклендские острова. Так как я теперь все-таки в большей степени позиционирую себя как фотограф дикой природы, все мои путешествия, они больше направлены на путешествия как раз с животными. В ноябре месяц Кения ближайшая. Ну вот. Если о ближайших планах, то вот это. По итогу это какие-то альбомы получаются? Вы, быть может, участвуете в конкурсах международных, российских. Что вот важнее? Запечатлеть, создать для истории или вот где-то звание и почет, что называется? Ну, как любого человека, то есть, конечно, это самореализация. А самореализация может через что-то. А конкурсы в этом году я начал подавать. И, в общем-то, достаточно успешно у меня получилось. Я пару конкурсов выиграл. Международных одна фотография завоевала. Там гран-при. Вот. Работы печатались в Монако в этом году, что было очень приятно. Мы растем как фотографы. Я надеюсь, расти будем дальше. Ну, а я очень рада, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Беседа получилась очень интересной. К сожалению, время всего лишь 15 минут пролетело незаметно, поэтому... Приглашайте еще, тем много. Думаю, что будет повод встретиться еще.
Спасибо. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был Евгений Борисов, фотограф-путешественник.